Основное значение валета черви в игральных картах при гадании с колодой в 36 карт. Символизирует хорошее известие, хорошее времяпровождение, веселые компании. Вообще червовый валет означает интересные изменения. Прямое положение червового валета. Валет червей характеризует человека эмоционального, романтичного, который любит получать удовольствие. Если гадание идет женщине, то эта карта будет предсказывать появление мужчины друга или поклонника, если мужчине, то кого-то из мужчин родственников или друзей. В паре с любым королем или дамой, только не червовой масти, валет червей укажет на приход гостей. С 10 бубни на появление новых планов. С дамой червей, что вы или какой-то человек попали под влияние какой-то лицемерной женщины. С червовым тузом вам объясняться в любви. С 9 червей – дальняя дорога. С остальными червями червовый валет означает появление преданных друзей, помощь от них, успех в жизни. Способность принимать правильные взвешенные решения, несмотря на молодость. С картами трефовой крестовой масти означает появление человека, который любит дарить подарки и может подарить в ближайшее время. Если в раскладе легли рядом два валета, ждут интриги и сплетни. Три валета – беседа с человеком, который повлияет на вашу жизнь. Четыре валета – близко друг к другу, веселье с друзьями. Перевернутое положение червового валета – негативное толкование, вам предстоят заботы и безосновательные проблемы. Они не принесут результата, которого вы ожидали. Если валет червей в паре, с червовой 7 стоит внимательно отнестись к своему здоровью. С 7 трев в кресте, гадающий переполнен переживаниями и сомнениями из-за сложившейся ситуации. С королем червей стоит больше времени проводить с близкими. С бубновой дамой будьте бдительны. Рядом с вами нехорошая женщина, которая сплетничает и дает ложные обещания. С 9 бубен поедете в дальнюю поездку, которую не планировали. С пиковой 8 – новость, что кто-то из родственников серьезно заболел, возможно, умер. Валет черви в игральных картах при гадании на любовь и взаимоотношения – сочетание карт. Прямое положение червового валета символизирует молодого парня. Для девушки валет червя означает нового партнера, который хочет за ней ухаживать. Для дамы, которая в браке, говорит о юном парне на пару лет или чуть больше моложе ее. Для мужчины валет червей означает парня с русыми волосами. Он просто в общении занимает невысокую должность. Чаще всего валет червей показывает эмоциональное состояние человека. Для влюбленных карта означает верность, молодость, чувства, кипение страстей, эмоций, симпатию. Рядом туз червей вам принесут приятную новость, признаются в любви. Рядом с тузом трев в кресте, говорит о страсти, которая может сблизить еще больше любящие сердца и даже повлечь за собой вступление в брак. С дамой черви показывает, что будет флиртование, которое перейдет в серьезные отношения. С восьми червей – любовный разговор по душам. С другой червовой мастью, говорит о намерениях к серьезным отношениям и благополучии отношений. С крестовой семи валет черви предсказывает рождение сына при условии, что выпали либо четыре дамы, либо четыре семерки. Если в раскладе еще будут четыре туза, то это означает хорошую одаренность и богатство этого ребенка. Перевернутое положение червового валета. Негативное значение карты показывает отношения, которые не удовлетворяют ни одного из партнеров. Каждый из них равнодушно относится к будущему. Рядом с валетом бубен говорит об эмоциональном кризисе, срыве. С червовой шестеркой говорит, что романтика это хорошо, но ждут дела, надо действовать. С дамой черви отношений долгих не будет, ждут разочарования. С другими картами черви неудовлетворенности и разочарования в любви и дружбе. Если валет черви выпадает с несколькими валетами при гадании, это колебание партнера в отношении продолжения вашего союза. С четырьмя восьмерками ждите приятного разговора по душам с дорогим для вас человеком. Валет черви в игральных картах при гадании на карьеру, сочетание с другими картами. Прямое положение червового валета в работе. Червовый валет указывает на успех, заботы, которые связаны с приятными и любимыми делами. Все, что делается, делается на совести, на результат с высоким уровнем качества. Валет червей, находясь в паре с бубновой восьмеркой, предстоит серьезный разговор, который связан с финансами. С бубновой 9 все негативные эмоции и переживания будут преодолены, путешествия с неприятностями, что были не запланированы, вы тоже избежите.
С другими бубновыми картами валет бубней символизирует хорошего, профессионально грамотного сотрудника, помощника, преданного партнера в делах. В стрейфовой 6 рекомендуется быть искренним и открытым на работе с коллегами и начальством. Стрейфовый крестовый 9 – ждите скорую поездку. Перевернутое положение червового валета, стрейфовый крестовый 8 – беседа насчет финансов вам не понравится. Стрейфовый крестовый дамы предостерегает об опасности со стороны вашего окружения. Это один или несколько человек. Опасность связана с интригами, сплетнями. С другими картами трефовый масти валет черви предупреждает о возможных чрезмерных тратах и убытках. Толкование других игральных карт при гадании. 6 пики, треф крести, червей, бубен. 7 пики, треф крести, червей, бубен. 8 пики, треф крести, червей, бубен. 9 пики, треф крести, червей. Бубен. 10 пики, треф крести, червей, бубен. Валет пики, треф крести, червей. Бубен дама пики, треф крести, червей, бубен король пики, треф крести, червей. Бубен туз пики, треф крести, червей, бубен.